Всем привет! Это вчерашняя рыба. Я тут сало пожгла, ну точнее потопила сало. Вообще то свое соленое сало, которое у меня Аленка ела. А потом решила сделать омлетик. Ну вообще как специально решила сделать омлетик, специально потопила сало. Вот зафигачила эту рыбу, то что вчера осталось. Коту слегка осталось, а немножко. Ну да, можете ужаснуться, он вылизывает тарелку, в которой брал рыба, но потом эта тарелка очень хорошо и тщательно моется горчичкой или чем-нибудь типа того. Там было немножко рыбки. И тут у меня козье молоко с двумя яйцами. Думаю, сейчас этим залить. Сделать омлетик. Вообще, в Яндекс забила, там где-то вылезло какой-то кусочек, что девочка с бабушкой рано встают и делают себе омлет с вареной рыбкой. Вот я его залила, и оно уже на газу. Но я обычно омлет покрываю крышечкой, делаю слабый огонь. Ну и я уж не помню, сколько по времени, сколько-то оно у меня стоит. Может, надо было, конечно, эту рыбу равномерно распределить. Ну как-то вот. И да, это нифига не раннее утро, это очень поздний завтрак или обед ранний. Как-то вот. Случилось так, пока я соображала, что поесть, как-то время пришло уже. Вот тут наш омлетик. Если какие-то шумы, то у меня в микроволновке подогревается молочко, чтобы его взбить и чтобы сделать капучинку. Приятного мне и вам аппетита. Да, вот что-то меня туркнуло на эти коротенькие видосики с едой.